Buenos dias, amigos! Просто звоните на этот телефон или пишите на этот email. Здравствуйте, господа! Смотрите, это порт Аликанте. Это улица Рамбла. Здесь проходят все шествия и различные мероприятия. Это выход из паркинга. Это стоит Уго с нашим картелем. А именно в этом доме мы предлагаем вам квартиру к продаже. Великолепное, потрясающее место. Что еще надо настоящим людям? Пойдем, снимем эту квартирку и повешаем картель на продажу. Так, друзья, поднимаемся, чтобы попасть в наш подъездик. Это тоже буйное место. Эта квартира наша, эксклюзивная. Компании Spain Tour Servicios Inmobiliarios. Так что обойти конкурентам и продать ее мимо нас не получится. Заключен договор. Заходим. Съемки, как обычно, естественно, очень быстрые и бегом. Посмотрите, какой холл. Зеркальный. Освещение. Бомба! Идем. Развернулся и показал сам вход. И здесь партера еще есть. Въезд для инвалидов возможен. И опять же, зеркальный проход. Два лифта. И мы заходим. Вышли из хорошего лифта. Смотрим на наши лестничные клетки. Раз, два, три, четыре квартирки. И с той стороны что-то еще есть. Раз. Все. Пять квартир на лестничной клетке. Можно ходить пешочком, сжигать жирок. Пойдемте посмотрим, что же нас ждет в этой квартире. Продолжаем наш репортаж. Заходим в квартирку. Двери мощные, очень мощные такие. В этих домах, друзья, нет оккупантов и не будет. Никогда. И воров тоже. Квартира просто фантастическая для сдачи в аренду. Смотрим направо щиток. Здесь показал вход. Слева есть шкафчик. Нет смысла туда залазить. Направо пошли коридорчик. Налево попадаем в две комнаты. Начнем с зала. Еще проход. Такой потолочек у нас. Сдвижная дверь внутренняя в небольшую кухонку. Кухонка старенькая, но вижу в очень приличном состоянии. Домофончик тут же. Холодильник. Так, показал. Заглядывать не буду. И здесь же находится котел. Так, развернулся. Пошли в зал. Зал просто огромный. Двери вот такие вот оригинальные. Очень любопытные. Такие двери редко увидишь. Развернулись. И наблюдаем залище с огромными окнами. Да, впечатляет. Впечатляет. Древнейший холодильник. Холодильник, телевизор. И шикарная мебель. Ой-ой-ой-ой-ой. И какая мебелюха. Смотрите.
12 стульев. Возможно, в одном из этих раз, два, три, четыре, пять, пяти стульев лежат деньги. Поэтому вы можете выиграть приз. Система отопления и кондиционирования. Наблюдайте. Поэтому здесь стоит один кондиционер на дом. Ну или несколько огромных. Что мы видим? Ну, дополнительно, тем не менее, есть вот такой переносной. Мы видим уже нашу картелю на продажу. Видим площадь, где проходят тоже разные события, когда фестивали и так далее. Здесь очень красиво и очень много людей собирается. Поэтому, уже говорил, эти апартаменты будут гиго востребованы в аренду. Опа! Шестой стул. Итого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть стульчиков. Далее. Выходим на балкончик. Смотрите, какие широкие, большие двери. На балкончике стоит столик. Картиночки висят. Большие окна. Здесь еще есть какой-то внутренний шкаф. Не буду заглядывать, иначе кино будет 25 минут. И опять та же площадь. Что у нас здесь, друзья? А здесь опять бомбища. Санта-Барбара, которая светится вечером. Отсюда можно поставить подзорную трубу и наблюдать за туристами. Голых вы там не увидите, но, по крайней мере, можете разнообразить свою жизнь. Идем дальше. Кухню зал показал. О, стихами заговорил. И попадаем в эту секцию, где у нас есть две комнаты. К этим двум комнатам и к залу один санузел с нормальной вместительной ванной. Хорошая плиточка, вижу настоящий мрамор. Так, биде, унитазик и ваш покорный слуга. Риэлтор Сергей Язовский. Есть еще и отопление небольшое. Двери меня удивляют. Хорошо. Попали в первую комнату. Опять видим шкаф. Видим мебель. И все в одном стиле. Смотрите. Так. Шкаф достаточно глубокий, друзья. Здесь большие шкафы. Очень умные. Еще встроенные там какие-то полушкафчики. Из этой комнаты еще идет у нас окно туда, и ручками мы можем заниматься и накачивать мышцу. Не трапециевидную, а какую? Да и фиг с ним, какую. Показал эту бицепсную, вот вспомнил. Заходим в следующую комнату. Обозреваем выход на второй балкон. Разворачиваемся, видим мебель. Очень интересная мебель. Смотрите. Можно это назвать женской, дамской комнатой. Большой. Опять у нас здесь отопление. Ну что, что. И большой внутренний шкаф. Так, выходим на балкончик. Ага, еще я это хотел показать вам. И у нас здесь, возможно, Папа Римский. Да. И небольшой балкончик. Небольшой, без внутреннего шкафчика, потому что шкаф вы видели там в комнате. Опять мы отсюда видим нашу улицу и Санта-Барбару. Очередной раз. Санта-Барбара. Прекрасная Санта-Барбара. Одно из лучших мест в Испании, откуда открываются фантастические виды на город Аликанте и провинцию. Все. На этом репортаже я закончил. Мы повесили два коктейля. Один с одной стороны, другой с другой. И с удовольствием продадим вам эту великолепную квартиру в отличном месте.
И заканчивая репортаж после показа квартиры, посмотрите, посмотрите, где находится наш объект. Это бомбища. Что внизу? Кафе. Очень популярное. И очень важно, конечно, это паркинг, друзья. Идемте посмотрим. Паркинг у нас вот такой. Автоматы для оплаты, куда я сейчас тоже суну билетик. И 4 этажа. Такой же вот, как здесь практически. Сейчас покажу, где я запарковался. 2 лифта. А я пойду пешком. Пардон, 5 этажей. Мама мия. Я сам пробежал туда. Вот такой он паркинг. Все этажи практически одинаковые. Пошли в машину. Едем, едем, едем. Сейчас мне еще надо в аэропорт. Давным-давно здесь я заезжал на бусе. Кажется, здесь 2,20 высота. Кажется. Но я на Volkswagen транспорте проезжал. Вам надо смотреть, друзья, вот такую вывеску. И сам выезд. Суем билетик и выезжаем. А выезжаем мы чуть-чуть с другой стороны. Это Рамбла. Все, друзья, заказывайте недвижимость. Пишите нам фамилию, имя, город проживания, email и ваш номер телефона. И мы отправим вам десятки объектов. Чао!